услышим при помощи ушек? К нам в ушки попадает звук. Вот мамочка говорит, и звук идет тебе в ушко. И у тебя в ушке звук идет и ударяется в барабанную перепонку. Вот, видишь, розовенькая нарисована. Да. У нас в ушке такая находится перепонка. И звук об нее ударяется, и она движется, шатается. И там в ухе у нас есть еще маленькие косточки. И эти косточки тоже двигаются. А потом у нас в ухе вот такая есть закрученная штучка. Ее называют улитка. И вот звук наш ударился в барабанную перепонку, она зашаталась, потом косточки зашатались, а потом в улитке жидкость, и она тоже двигается. И потом по нервам это все идет в наш мозг. И наш мозг понимает, что это за звук. У нас в мозгу по нервам идет импульс. И мозг понимает. Ты понимаешь, что мама говорит. Слышишь, как птички поют. Слышишь песенки. Это все мозг. Ушки и мозг. Да, они мозг все понимает. Да, они вместе работают. Звук идет через ушко и по нервам в мозг. Здорово.